представитель Дагестана, занял первое место. Это 85 килограмм вес. Хусен Балкизов в красном, Кабардино-Балкария, против Дмитрия Тараканова, Белгорода. Отметим, что эти спортсмены в полуфинальных боях оба проиграли нокаутами. Балкизов проиграл Марату Меджидову из Москвы, а Дмитрий Тараканов Меджидову Бектимирова из Дагестана. Первое выталкивание в этом бою. Боец из Кабардино-Балкарии Балкизов. Вот спортсмены проиграли нокаутами оба. Насколько тяжело восстановиться, ведь они проиграли нокаутами в этот же день. И вот сейчас им драться во второй раз. Тяжело ли восстанавливаться? После нокаута вообще-то они не выступают. Но... Ну, технический был нокаут. А, технический нокаут – это другой. Восстановиться – это все зависит от его волевых качеств спортсмена. Но вообще-то, если нокаут человек пропустил, это серьезная травма, и к мешку их не подпускают в течение полугода. Не то, что там выступать какие-то соревнования. Их даже к мешку не подпускают, потому что любой удар, он все равно отражается в голову. Вот технический нокаут – это уже другое. Здесь уже спортсмен, значит, несмотря на свои ощущения болевые, он выступает, это уже его психологическая подготовка и желание выиграть. Тоже сейчас интересно понаблюдать за противостоянием бойца из школы Северного Кавказа, из Кабардино-Балкарии, и Дмитрия Тараканова, Белгород. Ну, по-моему, сейчас второе выталкивание было. Да, спортсмен Кабардино-Балкарии выигрывает за счет выталкивания только. Да, но... А хотя пропускает массу ударов, и очень серьезных ударов. Странно, что практически нет борьбы в этом бою, на ударную технику полагаются бойцы. Ну, кто в чем силен. А когда проходит бросок, но упавший оказывается за пределами татами, не засчитывается. Баллы не начисляются. Здесь выталкивание. Если один, то если оба, то обоюдное выталкивание действия вообще не оценивается. А если один вылетел, то дается только выталкивание сопернику. Балл не начисляется, и все, фиксируется выталкивание. Вот. Один балл заработал спортсмен красной экипировки Кабардино-Балкарии. И не держи центр! Бой снова развивается по довольно похожему сценарию, который мы сегодня неоднократно видели. Один спортсмен атакует другого. Вот в этом бою это конкретно Хусен Балкизов работает первым номером, а Дмитрий Тараканов только на контратаках, на отходах. И внешне кажется, что у Балкизова есть преимущество. Вы считаете, что Балкизов выигрывает этот бой? Да, я думаю, выигрывает. Он более точнее, более собранный и более активный. Он видит поединок. Он закончился. Бой. Да, как мы считали, Хусен Балкизов занял третье место. И нас ожидает...